В следственном управлении состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к праздничной дате. 25 июля свой профессиональный праздник отметят сотрудники следственных органов. В рамках мероприятия были награждены особо отличившиеся сотрудники управления. За период существования нашего небольшого следственного управления следователями расследовано более 2000 уголовных дел, которые направлены в суд. Возмещено ущерба более чем на 1 000 000 000 рублей. Арестовано имущество на 800 миллионов рублей. Также расследовано достаточно большое количество коррупционных преступлений, которые являются одним из приоритетных направлений деятельности следователей Следственного комитета, в том числе в отношении должностных лиц различных структур нашего с вами региона. Благодарственными грамотами за проявление неравнодушия и активную гражданскую позицию, преодоление трудных жизненных ситуаций и готовности бескорыстно прийти на помощь наградили магаданских волонтеров, которые регулярно оказывают адресную помощь и посещают ветеранов, инвалидов и иных людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Я начала реализовывать свои мероприятия, я начала реализовывать выезды в разные детские дома, социальные центры, тем самым работать с детьми и научилась правильно с ними контактировать, находить общий язык. Они говорят такие слова благодарности, что тебе на душе становится легко и просто, что ты готов дальше помогать, что это дает тебе толчок для будущих новых свершений, что ты еще можешь помочь людям. Отдельную благодарность следственное управление выражает участникам Магаданской региональной общественной организации «Отряд поиск пропавших детей Магадан», которые принимают активное участие в поиске пропавших юных колымчан. Так, 19 июля волонтеры нашли подростка из поселка Стекольный, который был заявлен как без вести пропавший.